Всем привет, у микрофона, вели, ребятушки, дождались, ну наконец-то дождались, мы сейчас будем крафтить все, что у меня здесь есть, мы будем абсолютно все крафтить, легендарки в арканы, эпики в легендарки, рарки в эпики, просто это будет мощь. Надоели стандартные скины в Standoff 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. Ребята, у меня 519 предметов. Ну и начинаем мы, конечно же, со всякого барахла. Давайте быстренько его очистим, потому что, ну а зачем оно мне, когда можно это все сделать в анкомонке? Сразу же бегу и все это превращаю в хоть какие-то скинчики. Отлично, уже нормально, радиэйшн пойдет. Просто вот сейчас я просто все сметаю, все крафчу. Кстати, неплохо так. Окей, у меня не хватает, отлично. Самое время, ребятушки, идти к анкомонкам. И анкомонок них. О, нет, вот есть анкомонки, прекрасно. Давайте крафтить. Погнали, первый крафт, и нас Pathfinder, серьезно? Серьезно, это Pathfinder был, ребятушки. Я эти Pathfinder в страшных кошмарах вижу. Ладненько, мы можем еще анкомоночек накрафтить. И мы получаем снова Pathfinder. Что творится с этой игрой, ребятушки? Я крафчу рарки, блин, Pathfinder и крафтится, капец. Ладненько, все. Мы избавились от мусора. Сейчас мы идем к рил мощным вещам. Пойдемте. И давайте, ребятушки, ждем эпики. И эпик у нас P350 неон. Пойдет. Давайте дальше. Сколько у меня рарок? Сколько у меня рарок, ребятушки, просто по кайфу. Нифига, 92 предмета. Тогда можно тут же, сразу же, быстренько это все открафтить. Быстренько, ребята, все крафтим. Сейчас вы видите просто масштабнейший крафт. О, так, AirSport пойдет. Люблю AirSport, прикольно, АКРчики. Так, блин, нифига себе, у меня сколько много всего. P350 пойдет. Давайте дальше. Диглы, допустим, покрафтим. Окей, снова P350, нифига себе, почему мне падают только P350? Эй, стендов, я хочу что-нибудь годное. Давайте, короче, вот эти вот покрафтим. Значит, у нас, что, редрагоны, шарки, прошки, погнали, чем увидим. Снова АКР-спорт. Чувствую, что я сейчас накрафчу кучу АКР-спортов, я буду потом еще эти АКР-спорты крафтить во что-нибудь легендарное. Ладненько, продолжаем. Юм-45, киберпанк, пойдет. Это все, конечно, супер круто, молодежно. Давайте дальше. Сколько у меня, ребятушки? Сколько у меня рарок? Вы не представляете, сколько я там кейсов открывал и так далее. Просто на каждом стриме мы открывали по 30-40 кейсов и так далее. И вот он, настал момент, когда я все это крафчу прямо на ваших глазах. Давайте мы на крафтах наберем, ну, кучу лайков. Давайте, ну, 1000-10 лайков наберем, потому что, ну, 10 тысяч и еще крафты. Прикиньте, еще масштабнее крафты сделаем, потому что крафты, ребятушки, это просто офигенно. Это бомбически, это супер круто. Снова АКР-спорт нам вылетает, и Веля радуется, потому что чем меньше рарок у меня в инвентаре, тем быстрее мы подойдем к эпикам. А эпики, конечно, эпики — это будет мощь. О, дамы и господа, эпики — это будет просто пушка. Потому что эпики крафтятся в легендарке. А потом мы будем легендарки крафтить в арканы. Это будет просто супер-мега круто. Поэтому не забудь поставить лайк, подписаться на канал, если ты вдруг не подписан. Почему ты еще не подписан? Тыкай на эту красную кнопку подписаться и дзынь мне в колокольчик. И мне выпадает AKR-спорт. Прекрасно, плюс еще один AKR-спорт. Это супер. И обязательно напиши мне в комментариях, хочешь ли ты больше крафтов таких масштабных и офигенных. Потому что Веля старается. Веля, вот, типа, хочешь... Вот, ты там мне писал в комментариях. Веля, я хочу крафты. Я такой, да без проблем, сейчас все будет. Видишь, сколько у меня скинов. Сколько я скинов для тебя приберег, чтобы для тебя сделать бомбический крафт. Поэтому давай-ка лукасик. Влепи-ка лукасик. Свой царский королевский лукасик. Ну, а мы все истребляем и истребляем рарки. Просто истребляем. Фамас выпадает. Мы скоро будем переходить к статрекам, ребята, а статреки — это, ну, просто мощь, потому что, ну, ребятушки, статрек оружие — это супер круто. Давайте мы наконец-то избавимся от всех рарок, я уже вижу, как они заканчиваются прямо на глазах, я вижу, как они просто все заканчиваются, и это значит, что скоро, просто скоро мы перейдем к более сочным, мощным, офигенным скинам. Отлично, видимо...
Видимо, рарочки у нас заканчиваются. Да, слушай, рарки-то заканчиваются. Ну чё, пойдем к самому интересному, к статрек-пушкам. Погнали. Так, крафтим. Что же нам выпадет? И это у нас АКР Спорт статрек. Это супер круто. Это просто бомбически, просто взрыв эмоций, ребята, я обожаю крафтить, нифига, сколько статреков, я сейчас накрафчу, крафт, и это P350 неон, не рыба, не мясо, да? Вот, давайте продолжать, сколько здесь мощных, бомбических, просто офигенных, опупенных крафтов, и сейчас нам статрек P90 гуль, прекрасненько, как раз я что-то бегаю без P90 гуля, точнее, без этого скина. Давайте посмотрим, что у нас еще есть на крафте. Ну, конечно же, есть, ребята, крафтим, смотрим. MP7F Роста трек, прекрасно, просто прекрасно. Не, ну все, Веля радуется, ребятушки, если вы тоже, если вам тоже нравится смотреть на крафты, вы как-то радуетесь вместе со мной, обязательно влепите лайк и покажите мне это, ребята, покажите мне, что вам это нравится. Отлично, что у нас еще есть из крафтов, а по-моему ничего. Ну и все верно, переходим к эпикам, ребята, потому что эпики... О, ребята, эпики, я обожаю эпики, знаете почему? Потому что они крафтятся в легендарке, а я обожаю легендарки. Типа там некромансеры, всякая вот эта тема, офигенная, крафт. И нам выпадает Юмп 45 Винджет. Ну и хорошо, ну и почему бы нет, в принципе, пусть юмпики падают. Так, давай сейчас мы быстренько это скрафтим, и нам выпадает... М16 винджет. Слушайте, что-то почему-то одни винджеты попадаются. Это забавно очень. Но мы продолжаем крафтить, потому что у нас на крафты просто, ну, дофигища. Просто дофигища скинов. Еще М16 винджет. И это все из Origin коллекции. И мне кажется, что мы сегодня скрафтим не один с... Treasure Hunter, ребяточки, не один. Поэтому давайте лукасик ваш влепить. Окей, продолжаем. Продолжаем, не будем отвлекаться, будем крафтить как звери, просто как мощные звери, мне постоянно винджеты падают, почему вы падаете, винджеты, давайте что-нибудь годное, вот, например, какой-нибудь некромантер. Некромантер? О, Фроствайр, ну ладно. Нет, это ладно, давайте лучше винджет, нежели чем Фроствайр, потому что, ну, это типа какой-то вообще ГГВП. Давайте продолжаем. Вы чувствуете мою энергию, потому что это ВМГИР легендарка, прекрасно. Пуриус Коллекшн. Просто чувствуйте, как от меня идет, знаете, вот такая вот мощь, энергия, потому что я крафчу скины, я кайфую от этого, и я продолжаю крафтить вам гир! Отлично! Слушайте, прям увели плюс настроение, просто какое-то бомбическое, невероятное настроение, мы почти все скрафтили, да ладно, не-не-не, о, да-да-да-да-да. Да, крафтим. Итак, это снова 16 винджет. Господи, одни винджеты падают. Вы просто посмотрите на это. Винджет. Сколько винджетов. Офигенно. Веля радостный. Просто кайфую, ребяточки. Так, крафтим. И это снова винджет. Сколько винджетов у меня еще будет? Эй, стендов, давай что-нибудь, может быть, поразнообразить. Хотя мне, наверное, Фроствайм какой-нибудь даст, я такой... О, легендарка гир. Пойдет. Давайте продолжим. О, здесь ничего нет. Так, опа, сколько у нас P350, потому что мы накрафтили их. Мы накрафтили и получаем снова винджет. Куча винджетов, королю винджетов, отлично, просто радостно, ребяточки. Так, ну, похоже, мы на этом закончили. Или нет, или да. Ну, ребятушки, не могу я на это смотреть. Я купил еще 3 P350 неон, чтобы сделать по красоте еще последний крафт эпиков, ребята. Последний крафт, и это снова M16 винджет, снова винджет. Чем больше винджетов, тем лучше. Итак, что у нас сейчас есть? У нас есть статрек пушки. Но, в принципе, у меня их здесь маловато. Ну и, в принципе, ладно, господи. Я как-нибудь... А, давайте 10 тысяч лайков, и я выпускаю крафт со статрек пушками. Как вам такое? Давайте, 10 тысяч лайков. Ну что, по-моему, все, что здесь можно скрафтить, мы скрафтили. Ну что, ребятки, самое бомбическое, самое сочное, мощное, это у нас крафт. Легендарок, мы будем крафтить все в арканочке. Итак, первая аркана, дамы и господа. Я обожаю эти моменты, когда ты все, весь мусор, рарки, эпики, все скрафтил. И теперь твое время кайфовать. Давайте кайфанем. Крафт. Оу! Фамас Бури, прекрасно! Слушайте, уже неплохо. Опа-на. Сейчас у нас есть возможность крафтить АКР Treasure Hunter. И прямо сейчас мы узнаем, крафтим или нет. Погнали, бум.
Да! Отлично! АКР Treasure Hunter. Арканочка, давайте еще скрафтим. Хочу все крафтить. Больше крафта, богу крафту. Ну ладно, Нестик. Ну не все. Не всегда Вели фартит. Вы всегда знаете, что не всегда Вели фартит. Так, ладно, Гирыч, спасайте ситуацию, пожалуйста, либо я с ума сойду. О, еще Фамас Фурия, спасибо. Два Фамас Фурия, один Treasure Hunter, ну это просто бомбически, ребята. Это просто шик, блеск, красота. Что у нас есть еще на крафт? Я, по-моему, вроде бы все. Мы скрафтили, значит, один Treasure Hunter. Мы скрафтили... Чем мы еще скрафтили? Два G22 Nest и два Фурия. Ребята, ну это тупо топчик. Это тупо топчик. Вы должны поставить лайкосик. Мы должны набрать 10 тысяч лайков, и тогда все эти статрек пушки уйдут в крафты. И может быть мы даже скрафтим второй Treasure Hunter статрек. Шарите. Ну а с вами был Веля. Спасибо за просмотр. Лайк, подписка с колокольчиком, комментарий. Спасибо за просмотр. Люблю вас. Всем удачи и всем пока, ребята.